вам хочу рассказать о закуске из печени. В общем, что нам понадобится, ее можно использовать как холодную, так и горячую закуску. Итак, печень полкило, предварительно ее замочите в холодной воде, затем вот такими небольшими кусочками порежете. Желательно брать молодую печень, говяжья молодая вот печень. Так, 3 средние луковицы, порезанные полукольцами. Я взяла вот такой вот маленький красный перчик, буквально 2 штуки. Этого будет достаточно. И вот пару веточек зеленого лука для украшения, чтобы сверху посыпать. Итак, первым делом наливаем, разогреваем сковородку, либо это казанок, наливаем 50 грамм масла и на слабом огне будем как бы обжаривать, тушить. Затем мы добавим к нему лук, затем добавим уже в последнюю очередь перчик, буквально 10 минут. Итого у нас займет 30 минут. Ну что из этого получится, я вам дальше уже покажу. Так, наша закуска под названием закуска для кума готова. Итак, мы опустили печень в нагретое масло, томили буквально 30 минут, естественно, посолили, поперчили, добавили кориандр, притрусили сверху, вот я достала, украсила вот такими листиками, как говорится, притрусила немножко зеленым луком, и наша закуска готова. Всем приятного аппетита! Подписывайтесь на мой канал и узнавайте много нового. Всем пока!